друзья, сегодня, сейчас я иду в Кайрали Аюрведик Групп, если я правильно произнесла. Это центр оздоровительный, там мне должны сделать массаж. По карте написано, что оно открыто, и всего лишь в 4 минутах от моего дома, на Чатарпуре, то есть. Хотя это считается уже не Чатарпур, а другая улица. Вот, я надеюсь, мне помогут, и мне будет легче. Мое состояние спины облегчится, и я смогу нормально танцевать, потому что недавно была в Джайпуре 2 дня. Посмотрите видео. Где? Один вечерний ивент, потом на следующий день утренний и еще один вечерний. И у меня жутко болела спина, ноги, все болело. Я просто еле там выступала. Слышу, на улице делают стрижку. Коровка. И сейчас самое дёрти место. Очень грязное место. На Чатарпуре. I saw real India. Ребят, есть вот такие вот еще места в Индии, но, видите, мусор убирают. И каждый вечер тут чисто. Потом в течение дня очень много мусора. Это Кайрали. Кайрали центр аюрведический. О, вот как красиво. Where is entry? This or? Do nothing this thing. Entry, entry. Смотрите, как тут классно. Сейчас мы сюда зайдем и узнаем. О, hello. Так. Hello. Цены, конечно, заоблачные. 2000, 2000, 4000. Я выбрала вот этот массаж самый дешевый. За 50 минут. Один человек это будет делать. И сейчас я заполняю такую анкету с именем, фамилией и так далее. Так что попробуем. Если помогут, тогда ты еще раз обязательно еще раз. Сейчас мне будут делать. Left leg. Right.
Я говорю, что я не чувствую правую ногу. Сейчас они объясняют это все врачу. Ребят, заходим. Тут как в душе жарко. Прям так какая-то атмосфера. Как она там называется? Канпурская какая там. Ага, посмотрите, тут туалет. Да, туалет такой, конечно, ладно. Пришла я с массажа. Это просто. Что вам сказать? Деньги заплатила немалые. Сколько там получается? 2500. Но он того стоит. Она настолько профессионал, она так классно все это делала. А после массажа меня посадили вот сюда, в эту будку, и тут у меня торчала одна голова. И мое тело как будто бы варили. Это было такое странное ощущение. Но сейчас я чувствую облегчение в теле. И сейчас я выйду и вам все подробно расскажу, как она мне делала массаж, какую технику, какие техники использовала. Вот. И скажу четко уже свое мнение. Вышла. Какая-то такая спокойная. Она мне говорит, что я буду спать сегодня очень хорошо. Значит, это находится возле вот эта вот аюрведическая, можно сказать, клиника массажная. Находится на Чатарпуре, считайте. Я оставлю адрес под низом. Сейчас приду домой и все вам расскажу, как это было, как она мне делала массаж. Потому что я сейчас еще иду такая немножко не в себе. Сейчас я отойду немножко. Видите, ребята, я сейчас очень сильно загружена. У меня одно видео переходит с другого. Я сейчас нахожусь на вокзале. Вы можете посмотреть второе видео об этом. И хочу вам рассказать за массаж сегодняшний, который у меня был. Значит, это аюрведическая клиника. Впервые я пошла и попрактиковала на себе аюрведу. Я лопоухая стала благодаря этой маске. Так вот, мне посоветовали в группе в Фейсбуке, я спросила, кто знает хорошего врача, хорошего массажиста, который сможет помочь, а не просто погладить вам. Вот, и, конечно, очень странные люди на этом вокзале. Посмотрите мое следующее видео. Так вот, я решила пойти все-таки попробовать. Не знала насчет цен, я думала около 500 рупий, там 1000 будет. В итоге я прихожу, цены заоблачные, 2000, 3000, 5, и в две руки массаж, и такое, и такой. В итоге решила, думаю, ладно, один раз сделаю, посмотрим. Потому что в Алая Спа, я уже говорила, я заплатила тоже большую сумму, и мне вообще не помогли. А сейчас же, я думаю, ну, уже надо сделать, потому что у меня должно было быть два шоу. Пусть они не танцевали, но все равно это долго в дороге ехать, сидеть долго в машине часов 6, плюс потом работать на каблуках. У меня в спине вообще кошмар случился бы. Но так как у меня эти шоу и отменились потом, я поехала сейчас на другое шоу. Я нахожусь на вокзале, как вы уже поняли. Танцевальная. Поэтому то, что я сделала массаж, это еще лучше. И, значит, я когда пришла, она мне, я объяснила свою проблему, какие у меня боли, от чего, что я там сор. И мне сказали проходить. Я прошла в комнату, переоделась полностью. Нужно снять одежду. Она тебе дает такие легенькие-легенькие трусы только, и все. И дает тебе сверху накинуть что-то. Ты проходишь в массажную комнату, садишься, и она тебе начинает делать массаж головы. Она спрашивает, хочешь или нет. Я говорю, давайте. Раз заплатил, думаю, давайте все делайте. Вот, уже едет поезд какой-то. А потом я легла на деревянный стол, и она мне горячим маслом начала растирать ноги, руки, все, и начала делать массаж. Я почувствовала небольшую боль. Я сразу же с первых ее шагов поняла, что она профи, массажист, и действительно у нее есть медицинское образование. Не как в Алая Спа, где я спросила, она сказала, что у нее только курсы. То есть она только училась, и все. Ну, на уроки ходила, типа там, да, с пару месяцев. И все, медицинского образования нет. А тут я сразу поняла, почувствовала это. Она мне делала массаж, сначала лежала на спине, потом на животе, потом опять на спине. Массажировала все, седалищный нерв. Говорила я, где у меня болело, она это все прислушивалась и массажировала. Массаж, у нее была техника такая,
не скажу, что какая-то мануальная терапия. Именно это считался аюрведический массаж. Я впервые такое делала, и мне очень понравилось. Потом, после того, как она мне сделала спину, руки, ноги, она мне промассажировала еще лицо. У меня ресницы вообще, видите, почти не осталось после этого массажа. Мне, правда, масло попало в глаза, но ничего, она дала сразу мне, как они называются, салфетки. Сейчас иду на поиск. Дала мне салфетки и все. Я вытирала. Потом она меня посадила в баню. Ребята, иду быстро на поезд. Сейчас смотрите в моем следующем видео. Потом она меня посадила в баню, и это меня парило очень сильно. Она включала там такой пар горячий, и как будто бы меня варила. Это было прикольное ощущение, так было горячо, голова была наружу, вы видели эту конструкцию. Вот. Ну и потом я приняла душ, она мне дала еще специальный какой-то порошок, не мыло, а порошок. И я помыла руки, лицо этим порошком, не мылом. Ну и также дала шампунь, который вроде как мне тоже подошел. Вот, я осталась очень довольна. Кому нужен будет массаж в Дели, обязательно приходите вот именно туда. Я обязательно еще буду ходить туда, как только у меня появятся деньги и время, обязательно приду. Лучше, конечно, комплексно посещать такие массажи. Я имею в виду вместе с физиотерапией, с плаванием. Но это по возможности уже. Так что спасибо, что смотрели. Наконец-то я нашла хорошую клинику, которая мне сможет помочь. Сейчас мне действительно легче. Чувствую релакс вообще во всем теле. Мышцы освободились. Вот. Поэтому вот так. Спасибо, что смотрели.